Всем привет, дорогие друзья! Смешного Зарбаба, и сегодня мы посмотрим на игру под названием No Man's Island. Пролог. Этот пролог вышел 1 августа этого года на как бы официальную игру No Man's Island, которая пока не обзавелась точно дата релиза. К сожалению, пролог на английском языке, но сама игра должна выйти с русскими субтитрами. У нас будет такой первый взгляд, про что игра. Это бескомпромиссная игра на выживание в дикой природе. Погрузитесь в странный и неизведанный мир, полный диковинных существ, опасностей и сюрпризов. Собирайте ресурсы, чтобы создавать предметы и сооружения, соответствующие вашему стилю выживания. Играйте так, чтобы разгадать тайны этой странной земли. У нас будет такой первый взгляд. Начинаем. Буду очень рад вашим лайкам и комментариям. Всем приятного просмотра. Ну а мы начинаем. Поехали. Новая игра. Что со мной произошло? Где я нахожусь? Шторм потопил наш корабль, и прилив принес меня сюда. Я должен выжить, я должен искать выход с этого острова. Этот корабль уничтожен, я должен найти другой способ покинуть остров. Собирайте ресурсы, находите новые чертежи, разбросанные по всему острову. Это у нас с вами пошел туториал. Эти столбики указывают на ваше здоровье, уровень голода и жажды. Если они достигнут нуля, вы умрете. Так, ну здоровье я вижу, голод я вижу. А, вот жажда. Жажда 100, голод 100, здоровье пока тоже 100, день первый. Это ваш измеритель счастья. Если он достигнет нуля, вы не сможете бежать. Вы можете пополнять его во время сна, употребление определенной пищи или ношение определенной одежды. Охотьтесь, собирайте, стройте и выживайте. Если вам повезет, возможно, вы выберетесь с острова. Так, ну что, начинаем. Во-первых, надо пообщаться с этим непонятным чудиком. Добро пожаловать, моряк. Кто ты? Я хранитель этих островов. Где наш корабль и мои люди? Погрузился в морские глубины. Все твои товарищи утонули, и только ты был спасен и избран этим местом. Избранный? Многие ищут ничейный остров, и только некоторым удается его увидеть. Но никто никогда не выбирался из этого места живым. Никто? Не бойся, я буду направлять тебя и помогать тебе выживать. Ты станешь достаточно сильным, чтобы победить моих братьев. Твоих братьев? Они являются хранителями артефактов. Победи их, и ты сможешь путешествовать в другие локации. Победив их всех, ты сможешь попытать счастье с королем-хранителем. Король-хранитель?
Он охраняет величайшие сокровища, когда-либо виденные. Только убив его, ты сможешь изменить курс и покинуть этот остров. Так что же мне теперь делать? Выживай, а для этого тебе потребуется создать свои инструменты. Базу, где ты сможешь создавать свои оружие, доспехи, еду, питье, целебные зелья. И как я должен это сделать? Давай начнем с чего-то основного. Ну, давай. Подними с земли 2 дерева и 2 камня. Окей. Так, это у нас... камни. Что еще можно поднять? Это кокос. Хоть какая-нибудь еда будет, кстати. Вот дерево, но я уже вижу и противников впереди. Ну, вроде как все поднял. Выполнить квест. Да, пожалуйста. Возьми этот чертеж серпа, изучи и создай свой инструмент. Ты сможешь получить больше чертежей на острове, чтобы иметь возможность создавать вещи, которые помогут тебе в твоем приключении. Окей. Активный квест. Надо будет взять, да? У меня есть для тебя еще одно задание. Теперь ты должен создать серп. И исчез. Ну, давайте попробуем создать серп. Так, где мой инвентарь-то? Так, хорошо. Создал я серп. Так, ну, во-первых, тут есть что-то еще, какой-то горшок. Шляпа. Плюс 2 счастья. Отлично, экипировался. И чертеж, да? Сокровище, карта сокровища, да? Получается, мы где-то сейчас вот здесь вот находимся. Тут есть, тут какое-то есть место, здесь какое-то место есть. Отлично. Так. Можно попить. Отлично, хорошо. У нас хотя бы есть колодец. Ну так и что, я создал серп, дальше-то что? Где мне его искать-то? Или он появился опять на острове? Да нет, его тут нету. Так, камера не вращается. На ВСД я могу двигаться, хорошо. Надо куда-то прийти. Ну или, по крайней мере, хотя бы его найти. Так, какие-то цветы. Пока по пути будем собирать. Так, это морковка. Так, может быть, это надо экипировать. Это ничего не рубит. Это камни большие. Тут нужна кирка. Какой-то череп. А у нас есть карта. Карта есть, кстати. То есть тут помечаются сразу какие-то
ресурсы. В принципе, неплохо. Ага. Здорово. Я тебя нашел. Это портал в ледяные земли. Ты не переживешь холода в доспехах, которые носишь прямо сейчас. Так вроде как на мне ничего нет вообще, кроме шапки одной. Что там? Логово Медузы. Тебе нужно будет победить ее, чтобы заполучить глаз Медузы. Это один из трех основных предметов, которые понадобятся тебе для создания артефакта пустыни. Что мне делать? Ты должен получить медвежью шкуру и три сухие шкуры. Затем ты сможешь создать свою противообледенительную накидку. Угу. Но чтобы победить медведя, мне надо, блин, иметь какое-то оружие. Ясно. Ну, пока предлагаю нам бегать. Через таб я могу открывать только свой инвентарь, да? А как же мне этот открыть? А, QE поворачивать камеру, хорошо. Так, инструменты. Пока вообще ничего нет. Нужна веревка какая-то, да? Оружия тоже никакого нет. Здесь тоже ничего нет. Угу. Так, ну я, наверное, пока оставлюсь доступ к... Зачем тогда мне серп, если он ничего не делает? Я пока только одни дрова собираю. А, вот для чего серп, хорош. Так, это я так понимаю, семена. Вот, а с помощью этого я же могу создать веревку. Да, отлично. Есть веревка. Веревка поможет создать ножик. Топор у меня есть. Мне нужно два камня, тогда смогу создать кирку себе. Я бы, наверное, сейчас кирку бы создал бы себе, да? Так, ну смотри, здесь опять-таки сейчас получим себе веревку. С каждого куста, получается, выпадает как раз три. То есть один такой куст — это одна веревка, считай. Мне нужны камни. Вот это вот непонятно. Может быть, это для требуется топор. Камня мало. Может быть, тогда его поискать на пляже. Это камень? Да, это камень, хорошо. Отлично, я могу сделать кирку. Делаем себе кирку. Экипировать. Угу. То есть смотри, у всего есть свой статус. Вернее, не статус, а прочность. Прочность. Попробуем сейчас сломать какой-нибудь булыжник. Здесь же был булыжник. Во. С одного булыжника два камня все же выпадает. Немного. Так, ну топор у меня есть. Поэтому пока смысла нет его создавать. Давайте создадим тогда ножик. Мне нужна тогда получить еще одна веревочка. Создали. По идее, мне нужен тогда еще молоток. А, смотри, мне уже не хватает места в инвентаре. Мне нужен какой-то ящик. Место для хранения. Ага. То есть все равно для него нужен вот такой вот топор. Серьезно?
А, так это не топор. Ну хорошо, еще два камня и веревка. У меня, в принципе, все это есть. Так, веревку сейчас быстренько создам. Хорошо. Сундук. Надо подумать, куда его поставить, этот сундук. То есть, где будет наша база? Давай почитаем еще раз. Если мы вот здесь, где-то здесь что-то закопано, какой-то клад. Вот он, получается, портал. То есть, если пойти по дороге, то мы придем в какое-то поселение, может быть. Я предлагаю идти по дороге и выйти к этому поселению, там посмотреть. А, так это кладбище, блин. О, здорово. Пообщаемся. Будь осторожен, путешественник. Мертвые покоятся на этом кладбище. Могущественное существо тоже присматривает за ним. Ты должен войти в крипт и найти заколдованный сундук. Что такого особенного в этом сундуке? Он украл у меня чертеж алхимической таблицы. Он украл его у тебя? Все правильно? Ищи заколдованный сундук. Не, ну заколдованный сундук искать это сейчас вообще не вариант. У меня никакого оружия нет, ничего. А вот тут есть какой-то клад. Вот, у меня, во-первых, уже есть обмундирование. Так, а могу поставить сюда? Никак, да? Понятно. Блин, зря создавал, получается. Может быть, съесть мне сейчас? Хоть какая-то еда? Не, ну тут кладбище, это не очень хорошо, конечно. А, ну там, правильно, уже есть скелеты. Но это, конечно, не то место, которое хотел найти. Я думал, тут какое-то будет интересное. Но тут, опять-таки, есть еще сундук вот здесь вот находится, допустим, да? Может быть, попробовать, но надо найти место нормальное для того, чтобы создать ящик и туда повыкладывать. Ну, тут вот неплохое место, смотри, да, открытое все. Давай, наверное, здесь и оставим. Где-то здесь еще есть сундук. Мы потом туда отправимся. Сейчас бы создать бы мне этот сундучок. Так, а как его вращать? Так, ZX. ZX не вращает. QE это камера вращает. RT. А, C, кстати, инвентарь открывать. Отлично. Колесико не вращает. Ну ладно, не вращает, потом, наверное, разберемся. Давай пока сюда поставим. Хорошо. Значит, что мне не потребуется? Старый топор. А, типа мой дом, отлично. Ну, давай поставим. Флаг есть. Топор пригодится. Это пригодится. Кокос. Вот это пока не пригодится 100%. Кокос пока оставь. Карта пока тоже пусть остается. Дерева нет, цветы нет, морковь нет.
Так, ну что, меч у нас, в принципе, есть. Я один оставлю здесь, чтобы мне тут не мешался. Что мы еще можем создать? Пила. Нужна для чего мне пила? Третий уровень. А у меня сейчас получается второй уровень, да? То есть я опыт еще не набрался для этого дела. Хорошо. Молоток, кстати, можно будет создать. А чё бы и нет? Молотка у меня нету. Так, веревочку создаем. Вот, это другое дело. Все у меня есть. Замечательно. Можем, конечно, получается, теперь дом строить. Да, молоток есть. Нужны только доски, да. Гвозди. Это все это будет доступно на третьем уровне. Свежая вода. Такс. Костер. Ну, давайте хотя бы... А, здесь мед можно будет делать даже. Спальный мешок. Ну, это как раз для сушки шкур. Ага. Много чего тут еще можно будет создавать, да? Ух ты. Пятый уровень. Ну, давайте, наверное, я экипируюсь на всякий случай мечом. И где-то у нас тут должен быть еще один сундук. Вот он. Так, что вот это такое? А, это гриб. Хорошо. Мне по-любому нужна будет еще одна веревка, поэтому экипируем серп. Дальше давай кирку. Пойдем глянем, что у нас здесь находится. Лечилка. Неплохо. Аж целых 6 штук. Это хорошо. Так, ну грибочки есть. Давай пособираем. Так, это сахар. Ну, надо сейчас что-нибудь создать, да? О, я хочу пить, серьезно? Так, ну хотя бы нет никакого отравления мне. Я хочу есть, надо будет создать костер. Создать костер. Что на нем не хватает? 4 камня. А, инвентарь заполнен, хорошо. О, камень есть. Давайте создадим костер, посмотрим, что можем приготовить. Потому что нужна более лучшая еда. И... Ну тут все, что мне не потребуется. Мне ничего этого нет.
пиво зачем-то. Обычно еды не приготовишь, да, получается, на костре, что ли, так? Так, это разделение. Их нельзя есть. Грибы нельзя есть. Вот, кстати, этот... Ягоды уже скоро портятся будут. Ну тогда будем есть кокос. Да, не сильно, конечно, мой голод утолился. Плохо. Ну давай смотреть, что еще можем создать сейчас. Лук бы я бы создал. То есть мне для этого требуются две веревки. Мне как раз есть возможность их создать. Шляпа моя уже пришла в негодность. Отлично. Просто шикарно. Так, у меня третий уровень, кстати. Мне нужно еще дерево. Так, бита мне не нужна. Мне нужны, получается, стрелы. То есть для этого требуются камни и дерево. Дерево есть. Ага. Так, ну давай попробуем экипировать. Просто какие-то непонятные ягоды. Или фрукты. Да, это яблоки. Так, ну можно сейчас тогда съесть. Это томаты. Я думал, у меня появится, когда появится костер, появится какой-нибудь рецепт приготовления запеченных яблок, грибов. Но ничего этого не появилось. Не руби, не надо рубить. Так, экипирую сейчас кирку и давай. Так, максимально создадим. Так, кролика-то я вижу. Как мне только охотиться. Блин, убегает. Ха-ха, ну попробуем сейчас добежать. Так, есть. Но, скорее всего, требуется сейчас нож, да? Да. Угу. Так, есть шкура. О, так тут рецепты есть. Угу. Зона рыбалки. Хорошо. Блин, инвентарь полон, серьезно? Но у меня есть мясо. Но опять-таки, как его жарить? Вот в чем вопрос. Нужно достать какую-нибудь сумку себе, да, чтобы расширить инвентарь. Так, костер потух. Что мне с ним делать? С
ним никакого нету этого взаимодействия. Угу. А просто пожарить мясо не вариант, да? Зачем мне сырое мясо-то есть? Странно как-то пока. Так, ну есть факел. Угу. Я, кстати, могу его создать, надо только найти себе эти. Так, подожди, у меня же места нет в инвентаре, точно. Так, оставляем сюда. Шкуры. Блин, не хватает уже места, серьезно. Так, ну окей. Так, дерево верни тогда, получается. Так, серп. Ну, давай создадим факел. Я не очень понимаю с этим костром, какой в нем смысл. Ну, готовка. Но там не было никакого взаимодействия с костром. И сейчас я его не могу зажечь, да? То есть мне опять нужны сейчас камни, что ли? Какая-то бредовая идея. Так, ну допустим, раз камень. Два камень. Так, кирка. Не очень понимаю, серьезно. Может быть, вот так просто поставить как-то? Нет, он не хочет. Почему-то нет никакого взаимодействия. Я могу только... А, вот, кук. Готовить. Вот. Вон, ну как, Михалыч. А если я возьму грибы сейчас? Так, могу готовить, все правильно. А, он в алхимии применяется. Я понял. Так, ну хорошо. Давайте я съем мясо. Не густо, конечно, да, не густо. Сундук еще один создать. 4 дерева требуется. Поехали искать. Ну, мало, не хватает. Не хватает. Давай, наверное, я вот это сейчас буду... А почему я не могу вот это тут использовать? Экипировать. Это что же топор? А, ну таким образом я буду рубить, конечно, 100 лет. А нафига тогда он мне нужен? Но у меня, кстати, жажда уже есть. Ну, в принципе, там до лужи добежать и... Так сказать, жажда проблем испытывать не будем. Это долго будет. О, это по пятерке. Отлично. Блин, места нет в инвентаре, серьезно. Так, сундук. Это требуется 4 дерева. Ну, съешь вот так вот помидорку. Еще нужно дерево найти какое-нибудь себе, да? Ага. Хорош.
Такс, что мне не потребуется? Ну, факел пока непонятно для чего. Карта пока тоже не нужна. Топор бесполезен. Молоток пока тоже не нужен. Это пока тоже не надо. Яблоки, наверное, пока оставь в качестве еды. Хоть какой-то, да? Серп пригодится. Но это, конечно, тоже же пригодится. Давайте смотреть. Нам надо что-то создавать. Так, у нас есть возможность создать пилу, но какой там пока смысл, да? Тринадцать-шестнадцать. Но у меня вроде как он есть. Каменный меч. О, кстати, вот, да, сумка. Ага. Шляпу могу создать себе, хорошо. А он, кстати, почему-то не имеет прочности какой-то, что ли. А, это вообще на четвертом уровне только доступно. Шикарно. Шляпу могу, конечно, себе сделать. Так, у меня там было в наличии, в инвентаре. Мне нужна сушилка, получается, для кожи. И вот это тоже непонятный момент. А как мне его дальше зажечь? У меня уже два костра, и еще я буду каждый раз его создавать заново. Как-то это нелогично, да? Я вроде пытался факелом, но толку от этого ноль. Может, надо как-то вот так вот. Ну, только дропнуть можно. Не атакует, не поджигает. Странно пока. Пока странно. Так, мне нужен серп. Хотя бы шляпу создать себе еще. Так, ну дерево тоже собирай. Пригодится. Отлично. Так, создали. Ага, так, это у нас какая-то тыква, что ли? Да, тыква, ты смотри. Тут богатые земли получаются. Много чего есть. Но я пока не готов пока никуда идти. Кстати, да, вот почему-то шляпа ломается постоянно. Здесь что? Ага, паутина нужна будет, чтобы делать нитки. Класс. Молоток у меня есть, но нет металла. Меди тоже нету. Да это я же могу сделать, кстати. Пила. Ну, пила, кстати, нужна будет, да? Ага, нужны будут гвозди. У меня гвоздей нету. Что еще мы можем сделать с вами? Вот, для сушилки. То есть 4 дерева и 3 веревки. Ну, с этим, кстати, будет сложнее. Так, 3 веревки у меня есть. Отлично. Осталось только 4 дерева, да? Так, ну дерево прям хорошо собрали. Так, и мне это надо было для сушилки, да? Отлично. У меня просто есть кожа, ее же надо сушить. И мне нужно найти одного медведя.
Так, где была кожа-то? О, отлично. Пусть пока сушится. Я так понял, мне таких нужно будет 3 штуки, да? То есть мне нужно будет еще какую-то олень найти. Во-первых, мне надо уже идти искать еду себе опять-таки. Я, конечно, сейчас съем эти. Получится черника. Но мне нужно поохотиться. Да куда ж ты, на кролика надо было охотиться-то, ну? Молодец. О, сразу надо было так. Так, экипируйся ножом. Так, мясо есть. Мне только непонятно, опять-таки, все-таки с этим, с костром. Каждый раз создавать это вообще не вариант. Может, все-таки что-то я делаю неправильно? Базовый материал. Кирпич. Кирпич, кирпич, но это не то. Сельское хозяйство, площадь завода. Подготовьте семена и посадите их. Налейте воды и нанесите. Ага, то есть это для постройки. Угу. Так, ну у меня, в принципе, есть молоток. У меня требуется только веревочки, да? Хорошо, давай тогда создавать. Хотя бы хоть что-то надо создавать. Так, у нас где-то здесь. Во-первых, мне надо сейчас скоро уже попить. У меня проблема сейчас с жаждой будет. Сейчас опять в этой луже я попью. Так, сколько там требуется веревок? 2. Так, 2 веревки есть. Нет, почему-то не 2 веревки есть. Почему-то только 1. О, он почему-то ее выронил. Так, хорошо. Веревки есть. Давай тогда создавать. А, мне нужен молоток. Где я его там оставил? Пока эта шкура сюда пойдет у нас. Тыква пока тоже сюда. А, готово, кстати. Отлично. А что не берем? О. Так, да, dry hide мне нужен 3 штуки. Так, я так понимаю, все-таки я могу здесь поставить, да? Семена у меня были. Я точно помню. Вот они, семена. Плюс у меня есть кувшин, и я, скорее всего, могу наполнить им воду. Так, это скоро испортится. Это тоже все скоро испортится. Это плохо. Пойдем наберем воды. Отлично. Ой, надо уже заканчивать серию. Что-то как-то мы увлеклись с вами. Ну, неплохая вроде как на вид игра. Так что пишите свое мнение в комментариях. Так, и что это? А, вон, отлично. Так, нет, не дринк.
Как это полить? Машина поливается по необходимости. Так, ладно, попробуем еще раз посадить. Ну да, почему-то на полив он не использует его. Только для питья. Ну хорошо. Не развалюсь пока еще опять-таки с костром. Мне вообще реально непонятно, почему костер не зажигается. И как мне получается тогда готовить? Так, томаты, морковка, кукуруза, тыква. Угу. О, кстати, еще один кролик и три веревки. Неплохо. Но, блин, непонятно все-таки с костром. Это я не смогу построить, потому что у меня нет ни пилы, ни гвоздей. Это бесполезно. Попробую еще раз взять факел. Так, вон он, факел. Просто реально непонятно, почему я не могу использовать его по-другому. Только экипировать. Зачем мне его экипировать, когда мне надо просто поджечь? Непонятен только момент именно с этим делом. Да, хорошо. Есть перья. Непонятно пока только для чего они нужны будут, эти перья. Это таких мне, получается, нужно еще будет два оленя. И где-то найти медведя. Ну, давайте тогда под конец серии хотя бы смотаемся, посмотрим, да? Так, это могу я только разделить. То есть я это не могу съесть. Я могу съесть только яблоки. Поэтому тыкву сюда. Молоток мне не нужен, не пригодится 100% сюда. Вода пригодится. Серп не нужен, факел оставь. Вот стрел маловато, конечно. И мне бы, конечно, мясо пожарить бы. Два дерева, четыре камня. Блин, опять костер создавать, что ли? Что за бред какой-то? Ладно, пошли. Может, я помру раньше, чем захочу есть. Так, экипирую сейчас этот меч. О! Да бей ты его! Так, с него выпал лук. О, защита есть, отлично. Хоть какая-то еще защита. Здоровье у меня пока 66, в принципе, позволяет. Блин, тут целый, опять-таки, лабиринт. О, жирный-то какой. А я не понимаю, я его бью, не бью. Да вроде как бью. О, жесть. Ну я умираю. От 100%. Вот такая вот игра.
Вот такая вот смерть. Я не был к этому готов, с этим драться. Сразу было по нему видно, он был очень сильный. Кого игра заинтересовала, то ссылочка на игру в Steam в описании под видео, как всегда. Но мне на сегодня все, ребята. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих играх. Всем удачи, ребята, всем пока.